Костя предложил мне переехать, и я хочу с тобой это обсудить, потому что мы дома не пересекаемся. Костя, Костя, Костя. Мам, Костя — это мой парень. Мы с ним уже 3 года вместе. Да помню я. Хочешь совет по поводу Кости? Угу. Не стоит переезжать к нему. Почему? Ну смотри, ты с ним уже 3 года, и за все это время я его ни разу не видела. Вопрос, почему? Мам, ну мы же не в средневековье. Так. Ну, с некоторым родителем только на похоронах-то и знакомиться. Ника, ты не знакомишь меня с ним, потому что прекрасно понимаешь, что он для тебя проходной вариант. И не спорь со мной. Иначе бы просто ты переехала к нему, а ты советуешься со мной.